Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Вони танцюють у своє задоволення, бо не уявляють іншого життя. Граційні, витончені і дуже гарні. Сьогодні будемо говорити про танцюристок. Танцюристок, які прийшли вже до нашої студії, а вірніше їхня керівниця. Це Любов Мусієнко, керівниця комунального закладу «Студія танцю Шене». Дуже рада бачити, Любов, вас в нашій студії. І насправді танцівниці, і тим більше, якщо танцівниці танцюють класичні танці, це завжди гарно, це завжди привертає до себе увагу. Тож, що для вас танець? Танець? Ви знаєте, танець – це дуже складна штучка. А классический танец тем более очень сложный. Почему? Потому что сегодня предпочтение отдается более современным направлениям. А вот чтобы танцевать классику, надо больше иметь какой-то усидчивости, упорства, трудолюбия. Поэтому я очень рада и очень надеюсь, что вот те детки, которые сейчас ко мне приходят, и детки, и взрослые, что они сейчас танцуют с удовольствием и будут танцевать еще долго и долго, и это у них сложится на всю жизнь. Ви знаєте, класична хореографія, вона змінювалась, видозмінювалась з часом. Але основи, оті, які були закладені вже дуже давно, вони все ж залишаються. І дуже добре, якщо тренер, він звертає на це увагу і тримає оті ази класичні, і їх не дає можливості видозмінювати якимось чином. З приводу класичної хореографії, то яка вона зараз, на сьогоднішній день, і чи багато вам доводиться робити різних поштовхів у цьому напрямку? Я маю на увазі, там, наприклад, додавати сучасних елементів, додавати сучасного бачення, чи щось інше, або ж ви надаєте перевагу лише класичній хореографії? Вы знаете, сегодня классика, вот хорошо, что о ней заговорили, потому что сегодня классический танец на самом деле на очень-очень высоком уровне. Если бываешь на фестивалях, смотришь какие-то спектакли и видишь вот этих танцоров, которые исполняют классику, и сравниваешь их с прошлыми годами, то это реально люди выросли намного. И для того, чтобы достичь такого уровня, вот все-таки надо придерживаться базовой классики, базового тренажа, базовых элементов. Это то, что дает развивать мышцы, дает развивать технику. Это обязательно. Но сегодня классика тоже меняется, потому что мы добавляем всевозможные, да, разные элементы. Это в постановках. Почему? Потому что меняется мир, меняется света, как бы восприятие мира. И для того, чтобы это было интересно, мы ставим таким образом, чтобы привлечь больше желающих и чтобы это было интересно тем людям, которые на это смотрят. Насправді, класика, вона чудова, вона витончена. І якщо людина знає класику, от кажуть, для танцюриста це найголовніше. Класика – це перше. Далі можете додавати вже різних елементів, можете звертати увагу на класику, на хореографію, там якусь іншу, на сучасну, на модерн, наприклад, ну, на різні види хореографічного мистецтва, але класика є класикою. Вы совершенно правы, потому что сегодня, чтобы танцор был задействованный, чтобы он был актуальный, чтобы он был востребованный, он как бы должен уметь пользоваться любыми приемами, любыми стилями хореографического искусства. Но для этого все равно в основе должна быть заложена хорошая, такая продуктивная, стабильная классика. Потому что использование различных элементов без этого уже становится немножко сложнее. Ты не можешь сделать качественное то или другое движение, если в тебя это не заложено, и ты не можешь этим уже пользоваться на каком-то хорошем уровне. Скільки років потрібно танцюристові виділити для того, щоб вміти якісно танцювати основу? Вы знаете, для профессионального танцора это желательно делать с детства, обязательно. И, естественно, поддерживать свой уровень, развиваться, добавлять что-то новое, усовершенствовать это. Но сейчас же у нас есть и аматорское такое, вот как бы больше искусство, то есть всевозможных видов танца разных, да, где эта классика используется. Поэтому для начинающих это все равно несколько лет, как минимум, только для того, чтобы познать какие-то основы классического танца.
А ви все ж такий суворий викладач, чи, можливо, так от дуже м'яко, але намагаєтесь надихнути своїх учнів, щоб вони танцювали якісніше, краще, щоб потім вимагати від них результату? Да, є таке. Многі вважають, що це да, що це немножко строго. Що це ви. Да. Но в то же время я хочу сказати, що многі бояться займатися класикою. Чому? І вот, да, вот, скорее всего, из-за этой строгости, из-за того, что это тяжело, вот считается, что такая дисциплина. Но, честно говоря, вот для меня это очень важно, чтобы вот соединялось, чтобы научить человека, научить ребенка, еще сложнее, когда он маленький, научить его понимать, что это труд, и этот труд будет обоснованный и потом затребованный. То есть ему должно быть это в радость. И когда я вижу, что ребенок после того, как он там уже где-то вспотел немножко, где-то ему тяжело или болит ножка или что-то еще, но он получает удовольствие, и когда он перед концертом прибегает и говорит: «Любовь Витальевна, я сегодня ночью не спала и во сне повторяла движение», понимаете, это уже дорогого стоит. Поэтому да, вот так у нас бывает. Знаете, діти, вони дуже швидко сприймають ставлення до себе, вони дуже люблять, щоб їх цінували. І вони люблять чесність. Це перше. І дітей ніколи не обдуриш, діти розуміють усе. І коли маленькі діти приходять і знають, що викладач не просто так їм говорить, не просто так їх поправляє, а це потрібно, то значить діти розуміють все правильно. Тут я не могу не согласиться, потому что это действительно правильно. Я вот, начиная с самых маленьких деток и заканчивая самыми взрослыми, всегда на занятиях стараюсь объяснять, что так или иначе, это все по-честному. Если ты сделал что-то где-то неправильно, значит, я об этом говорю. И самое главное, научить их на это не обижаться. Потому что правда, если она правда, то по-другому быть не может. И дорогого стоит, когда вот я недавно была на встрече выпускников, и к нам приходили выпускники, и они говорили: «Любовь Витальевна, мы вас ценим за то, что вы всегда честно к нам относились». Угу. Вот очень приятно. И вот это дает как бы уверенность в том, что то, что ми робимо, робимо не зря. Для вас хореографія – це спорт чи, можливо, мистецтво? Ви знаєте, я думаю, що це більше все-таки іскусство. Чому? Тому що спорт – це вище, швидше, сильніше. Чтобы танцевать, надо иметь безумно такую хорошую физическую подготовку, владеть всевозможными там приемами, но в то же время все-таки искусство. Почему? Потому что даже супер-супер натренированный не будет стоить, вот, не будет цениться. Не даст, да, эмоцию. Надо показать то, что у тебя внутри, рассказать, и тогда это будет интересно, тогда на это будут смотреть. Так це треба спочатку розвивати, так? І треба, щоб у танцюриста були усі засоби, щоб він не тільки технічно показував усе, а щоб у нього достатньо була база, а вже потім додається харизма, вже потім можна показувати елементи емоційно, вже можна не звертати увагу, не згадувати, що ж там за елемент був, що за чим стоїть. Тобто, окрім пам'яті, такої досить таки напрацьованої, танцюрист повинен видати ще і те, що спонукає глядача. Спонукає глядача до сліз, можливо, до радості, до переживань. І ось це найбільше цінується у гарних, якісних танцюристів. Да, это так и есть, поэтому вот я считаю, что детям обязательно надо прививать, вот развивать творчество, развивать, вот прививать вкус к искусству, то есть, ну вот чтобы на практике было понятно, детки ходят обязательно на спектакли, посещаем какие-то музеи, даже вот мы были в Киеве в поездке, приезжали на конкурс, на фестиваль, я была сама удивлена тем, что мы пришли с коллективом в художественный музей, в музей художественного искусства, и мне бы казалось, на сегодняшний день, что, возможно, это детям будет неинтересно. Но в то же время, когда я увидела, что детям это действительно интересно, я поняла, что я не ошиблась, что все правильно, мы двигаемся в правильном направлении, их невозможно было оттуда вытащить. И так, в принципе, в каждый город, куда мы приезжаем, мы стараемся бывать везде. Ну, я вам скажу, что мало таких керівників, які могли бы похвалитися тим, що вони з дітьми десь і бувають в музеях. Ви ж не займаєтесь малюванням, так?
тобто ви їх розвиваєте всебічно. І це дуже добре, що хореографія настільки поєднується з іншими видами мистецтва, коли діти можуть взяти усе. І потім, звісно ж, ми розраховуємо на те, що вони будуть цим користуватися у своєму житті і в хореографічних постановках так само. А з приводу постановок, до речі, пані Любо, постановки зараз цікаві. І, мабуть, перемагають зараз ті хореографи, і, мабуть, вони попереду, які використовують сучасні засоби в постановках і намагаються відображати той світ, який вирує, показати щось особливе. Бо глядача вразити зараз майже неможливо, але можна. Можно, конечно, но в то же время вот все-таки вразити – это действительно, когда вот человек, особенно ребенок, даже если он маленький, он показывает то, что ему интересно, то, о чем он переживает. Вот казалось бы, что сейчас дети современные, их это ничего не интересует, но на самом деле это неправда. Когда все совпадает, и музыкальность, и хореографическая как бы база вся, и если детям уметь донести то, что вот ты хочешь показать, и они от тебя это взяли, тогда действительно получается вот такой хороший как симбиоз. Бы, да, вот они, вот это уже как картина. Как результат ты, вышел, да. То есть это не так, что вот ты это сделал, и ты молодец. Молодец тогда, когда вот у нас получилось это все совместно. Когда это все совпало, тогда это зрителю интересно, потому что человек это показывает душой, воспользуясь своими хореографическими навыками. Дуже часто хореограф митець, він може сам себе проявити, показати свої здібності, але педагогічних схильностей в нього менше, наприклад, так. Окрім того, щоб бути самому майстром, треба ще і навчити. І ось тут дуже складно, мабуть, поєднувати те, що є в тобі, і поєднувати з тим, що ти хочеш донести, і так, щоб діти повторювали, робили усе, що потрібно, і щоб вони працювали на публіку. З приводу цього питання хотіла звернутися до вас. Чи відчували ви складнощі у донесенні інформації? Чи діти, можливо, в деякій мірі розуміють, а може колись не знають, що хотів хореограф? Складности, конечно, бывают. Сказать, что не бывает, это не сказать ничего. Но в то же время, знаете, в нашей работе вот самое главное, я считаю, чтобы ребенок тебе поверил и чтобы он захотел делать то, что мы делаем. Вот надо где-то забыть про себя, про свое какое-то само там достоинство, не знаю. Вот есть такое очень хорошее выражение, это наклониться к ребенку. Вот иногда вот это кланяться приходит целый урок, приходится кланяться. Потому что тогда он понимает, что ты на его стороне, что ты ему не просто какой-то чужой человек с улицы, и тогда вот какая-то взаимосвязь получается. Тогда он не боится, пробует, и у него получается. Деякі хореографи, от мені довелося чути, кажуть, теж всесвітньо відомі хореографи, які є, от у нас в Україні також, кажуть, що треба опуститися на рівень, на їхній рівень. Тобто не показати, який я майстер, як я вмію класно, совершенно подивіться, верно, да. А ви ж хіба досяг не того, що я? Хто ви? А якщо хореограф буде на їхньому боці, буде опускатися і буде оту планку тримати трошки нижчою, врешті-решт діти піднімуться? Конечно, подымутся, по-другому быть просто не может. Иногда я говорю такое выражение, зайдя особенно к новеньким детям, да, вот, которые приходят, говорю, обнулиться вот полностью. Вот ты зашел, ты чистый. Если он тебя принимает, тогда ты можешь потихонечку предлагать ему уже какие-то свои варианты. Давай попробуем вот это. Не получилось? Хорошо, мы сделаем в другой раз. Ой, у меня не получается. Но это же ничего, это не страшно. Мы сделаем еще раз, мы попробуем по-другому, и это обязательно получится. И когда оно получается, тогда он уже прибегает сам и пробует сам самостоятельно и делает это даже лучше, чем ты от него это ожидал. Ну ось так. А успіх тренувань, в чому він заключається? Ну, это опять же таки, я думаю, в таком вот подходе, когда объяснить, для чего это, когда у человека получается, начинает получаться, когда объяснить пользу, когда объяснить, что из чего вытекает и для чего это нужно. То есть достучаться. Вот самое главное – достучаться. Если не достучаться, ну, это просто физкультура. Я говорю, бывает.
танец, а бывает физкультура. Физкультура – это для поддержания формы, но без формы и танца не бывает. Поэтому, опять же таки, вот мы пытаемся как-то лавировать между вот этими двумя понятиями. А до вас часто приходят люди, которые просто хотят поддерживать форму? Приходят. А потом идут с иншою думкою, так? А потом приходят и говорят, а может быть уже и мы давайте что-то потанцуем? Такое тоже бывает. Люди розуміють, що мистецтво – це ширше поняття. І залишитись лише для себе цього мало. Хочеться донести вже і глядачеві. Показати не лише те, що ти вмієш собі, а показати іншим, щоб вони подивились, побачили, а можливо надихнуться і також приєднаються і будуть разом танцювати разом з вами вже. І наостанок, ось гарний хореограф. Скажіть, будь ласка, який він і що повинно бути у його характеристиках? Ви знаєте, гарний хореограф, я думаю, що це вот совокупність многих качеств. Прежде всего, ти должен бути просто хорошим чоловіком. Ти должен любити то, що ти робиш. Ти должен любити тих, з ким ти це робиш. Ну і, звісно ж, треба розуміти, вот, і бути хорошим і тренером, і психологом, і мамою, і папою, якщо це потрібно. Для дітей. Так? Для дітей, да. Ну, я думаю, що дорослі також подеколи знаєте, як діти. А ви дорослі, да, іноді як діти, і це так і є. Ну що, тоді від вас побажання усім, хто хоче бути хореографом, хто хоче долучитися до мистецтва. А ви вже сьогодні сказали, що хореографія, особливо класична, це не просто спорт, це мистецтво з великої букви. Ну, мои пожелания – это прежде всего заниматься обязательно. Даже если что-то не получается, все равно приходить, пробовать и добиваться своего. И прежде всего верить в свои силы, в силы всего прекрасного, что есть в нашем мире, и тогда, я думаю, жизнь наладится. Точно. 100%. Любов, дуже дякую вам, що ви прийшли до нашої студії. Дякую. Приємно, що є такі хореографи, що є такі тренери, які можуть людей надихати, які можуть зібрати колектив і ще й розвивати його, так, всебічно розвивати. Дякую, да. Тому я вам бажаю великого успіху, а до нас можна приходити ще до нашої студії, якщо будуть у вас, можливо, концерти якісь, можливо, якісь цікаві зустрічі з задоволенням, послухаємо. І я думаю, що ви теж поділитесь з нами своєю інформацією. Добре. А ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.